Рязанское управление Федеральной налоговой службы занимает 4-е место в ЦФО. Показатель достойный, как и результаты работы. Поступления в бюджет страны по итогам 9 месяцев этого года составили почти 40 миллиардов рублей. Это на 7% выше, чем в прошлом. В Рязанской области в этом году отмечен рост промышленного производства, строительной отрасли, розничной и оптовой торговли. В этом году на 1,2 миллиарда рублей выросли поступления НДФЛ, в том числе за счет налогового администрирования. Более 300 миллионов рублей поступления обеспечено дополнительно за счет налогового администрирования. По результатам работы межведомственных комиссий по легализации налогов за базовый выплат заработной платы ниже среднеобластного уровня заслушано более 1500 работодателей. За счет увеличения налоговой базы дополнительно поступило 26 миллионов рублей. Перед налоговой стоят задачи по улучшению бизнес-климата в регионе, росту поступлений в бюджет. Необходимо продолжать активную работу по обеспечению своевременного поступления налогов в консолидированный бюджет, добиваться 100% показателей. Одними из важнейших направлений современной деятельности остается борьба с серыми зарплатами, предоставление налоговых преференций инвесторам, легализация объектов налогообложения и противодействие незаконному обороту и производству контрафактной продукции. На расширенной коллегии лучшим сотрудникам налоговой вручили ведомственные и региональные награды. Также отметили средства массовой информации, освещающие работы ведомства. Грамоту получила наша телекомпания. Дина Исляева, Сергей Данилин, телекомпания «Город».